Партнер проекта – управляющая компания «Техкомфорт». Прорвало трубу или закоротило проводку, немедля звоните в скорую коммунальную помощь. Аварийные службы работают круглосуточно, а их телефоны должны всегда находиться как минимум на информационных стендах каждого подъезда. В идеале в вашей телефонной книге. Срок купирования проблемы строго регламентирован. Аварийные ситуации не должны устраняться немедленно, то есть там берется только время, необходимое для прибытия, соответственно, аварийной бригады на место. То есть как время это отсчитывается, это с момента подачи заявки собственника жилья с указанием на аварийную ситуацию, либо, соответственно, с момента обнаружения их самой управляющей компанией. 2-3 часа отводится на устранение неисправности в электросетях. За 7 дней должны поменять лампочки в местах общего пользования. Не больше 24 часов должно уйти на ремонт лифта. Водопровод, газопровод и систему центрального отопления должны починить незамедлительно. Но не стоит забывать и о зоне ответственности. Что-то собственникам придется чинить за свой счет. Допустим, системам горячего и холодного водоснабжения, то есть это до первого запирающего устройства стояка, то есть это вентиль, который перекрывает подачу воды в квартиры, соответственно. Вот. По электроснабжению до счетчика, до квартирного, граница ответственности идет. По системе отопления здесь немножко отличается, то есть система отопления, она считается полностью, вся общедомовым имуществом, в том числе и радиаторы, и стояки, которые проходят в квартирах. Но и здесь есть исключение. Если система отопления позволяет отсоединить радиатор от общей цепи без ее отключения, то это уже ваша собственность и ваша ответственность. Предельные сроки устранения неисправностей регламентированы 170-м постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года. Выписка из него доступна на нашем сайте. Ритис Бараускас, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».